этот документ я принесите. Основание для остановки. Но у меня с собой его нету. Документы. Ну а в чем дело? На нет и суда нет. Счастливого пути. Что, подождите, подождите. Мы не договорили, какое счастливого пути? Вы согласны, что вы не правы? Почему я не прав? Не, я спрашиваю, вы согласны, что вы не правы? Прав, я не согласен. Не согласен? А почему меня тогда отпускаете? Ну, потому что вы не показываете. Покажите. Здравствуйте. Че? Водительский техпаспорт, страховочный номер, смотрите. Основание для остановки какая? А? Основание для остановки какая? Я не слышу вас, масочку можете прибрать. Представьтесь, че, фамилия, имя, отчество. Как вы, Маяковский? Да, Маяковский. Имя, отчество, Маяковский или как? Маяковский, Павел. Внятнее, я не слышу вас. Малковский. Вот, вот громче, Павел Леонидович. Кто такой? Ну я понимаю, да. Должное, звание какое? Что, инспектор? ДПС старого взвода был. Ну что? Основание для остановки какое? Основание для остановки, проверка документов. Вы прикалываетесь, что ли, Ильич? Нет. Ну а в чем дело? Вы прикалываетесь? Какие проверки? 106 пункт 664 регламента. 164. Так, 106 пункт. Основания для остановки какие должны быть? Проверка документов таких нету. Пункт 13.84. Не 84. Не 84. 8, не 83. Вы, ну, продолжайте, хорошо. Там есть что? Основания для остановки транспортных средств. А почему вы говорите 86 пункт и 84? Хотя вы вообще полную чушь несете. Ну потому что не 86 пункт. Я не говорю 86, я сказал 84. Ну и что дальше? Основание для остановки транспортных средств. Так, удостоверение вашего развернутого вида. Личные вещи, почему ли? Дисциплинарку хотите или что? Карточка какая-то, права, что такое? Удостоверение. Так, фамилия. Мелковский Павел Леонидович. Действительно, до 2026 года. Инспектор ДПС. А, звание какое? Не написано? А, да, вижу, все. Младший лейтенант полиции. Все. 106 пункт будете мне перечислять на основание для остановки какой? Я вам сказал. Ну. Проверка документов. Проверка документов такого нету. Как это нет? Ну вот так вот. Ну принесите закон о полиции, я вам покажу. Или регламент ВАД 664, я вам докажу. Если есть. Давайте поспорим на 10 отжиманий. Если там есть, я отожмусь. Я даю слово. Если нету, именно проверка документов. Вы мне сейчас принесете в 106 пункте, если есть проверка документов. Я вам повторяю еще раз. Подождите, не перебивайте меня. Если есть это именно в законе о полиции, в регламенте 664, я отожмусь 10 раз. Если нет, вы отожмете 10 раз. Давайте поспорим. Давайте поспорим. Ну а что, да в чем речь? Что вы ересь несете-то? Какую? Я вам просто говорю. Не надо просто говорить. Вы по отношению к моему транспортному средству применили меру государственного принуждения. Остановили меня. Дальше что? Я с вас потребовал исполнить статью 664 регламент, 106 пункт. Назвать одну из оснований для остановки транспортных средств. Вы мне ссылаетесь на какие-то другие статьи. 164 приказ? Принесите, я вам сейчас покажу. Если есть там для проверки документов, я отожмусь 10 раз. Если нету, вы будете отжиматься. Давайте поспорим. Я не буду с вами. Ну а в чем дело? Давайте поспорим тогда. Я не буду с вами. Ну а зачем вы меня обманываете? Я знаю, что в 106 пункте нету этого. Ну нету этого. Вот как хотите. Да что же сейчас? Вы мне этот документ я принесите. Основание для остановки. У меня с собой его нету. Документы. Ну а в чем дело? На нет и суда нет. Счастливого пути. Что, подождите, подождите. Мы не договорили. Какое счастливого пути? Вы согласны с то, что вы не правы? Не, я спрашиваю, вы согласны, что вы не правы? Прав, я не согласен. Не согласен? А почему меня тогда отпускаете? Ну, потому что вы не показываете, покажите. Гениально. Конечно, не покажу вам. Почему? Основания какие? Если я там какие-то нарушения правил дорожного движения нарушил, ПДД и так далее. Базара нет, я вам предоставил все документы и так далее. Но вы меня без причины остановили, ссылаетесь на 106 пункт и говорите, что есть для проверки, проверка документов. Подождите, проверка документов. В 106 пункте нет такого проверки документов. Как ваша фамилия еще раз? Мелков. Мелков, имя, отчество? Павел Леонидович. Павел Леонидович, посмотрите, простудируйте еще 664 регламент и вашего напарника
Это Солонина спросите. Он вам может подскажет, что там и как. 664 приказ, пункт 13.84. 106 пункт, посмотри. Что я согласен? Я согласен, я просто там все еще не знаю. Вот. 664 приказ, пункт 13.84. Там есть. Ну вы согласны, то, что вы многого еще не знаете, правильно? Я согласен. Все, вот вы честно, вот и вы вот посмотрите. Я не могу знать. Вот, правильно, посмотрите еще раз, поштудируйте именно для основания, для остановки транспортных средств. А потом мы с вами встретимся и с вами побеседуем еще раз. Я надеюсь, вы меня еще раз остановите. Конечно. Я здесь часто проезжаю. Все. Вопросы еще есть какие? Я хотел посмотреть ваши документы. Я вам повторяю еще раз. Основания какие будут, тогда я вам предоставлю. А так я вам не буду давать документы. Почему? Потому что не хочу. Потому что вы должны ссылаться на закон, я на нормативные права. Вы не ссылаетесь. Вы сами сказали, что вы сейчас многого не знаете. Еще раз. Я с вами согласен. Ну вот. Не знаете же многого. Поэтому я говорю, посмотрите именно 664 регламент, 108 пункт. Все. Ой, 106, извиняюсь, выражение. А потом, я говорю, мы вас с вами еще раз встретимся. И побеседуем. Да нет у меня документов. Нет документов. Ну вот ваш, вот, пожалуйста, основания. Ну. Какие основания? А вы знали то, что у меня нет документов? Ну, я ж не могу видеть, кто в машине есть. Есть у меня водительское удостоверение? Есть у меня водительское удостоверение, да. Вы мне покажите его. Зачем? 106 пункт, мне еще раз говорю, основания какие будут? Если вы мне предъявите какие-либо вязкие основания, что прописано в 106 пункте 664 регламента, я вам предоставлю документ. 164 приказ. Ну. Пункт 13.84. Вот. В нем есть. Что есть? Для остановки транспортного средства, для проверки документов, наличие водительского удостоверения и технического паспорта на транспортное средство. Технического паспорта? Ну, на стиральную машинку или как? СТС. Не СТС, СТС это канал такой по телевизору, блин. Здесь о регистрации транспортного средства, правильно говорить, вот так. Точно. Надо, ну вот видите, нужно правильно с этого начинать. Вот. Поэтому как бы у вас старший есть, позовите старшего, он вам объяснит, что как все происходит. Позовите. Да, тяжелый случай. Ну что, ребят, могу сказать? Сами все видите. Сейчас подойдет старший, я не знаю, может, ему подскажет. Я вообще не понимаю, как вот таких вот на службу могут ставить. На службу, это не на завод. Он говорит, я многого не знаю. Так ему дали погоны, форму, и он как бы обеспечивает безопасность дорожного движения. Метла. И сам признался, что многого не знает. Ну, посмотрим, может, старший ему подскажет. Ждем. Здрасте, инспектор. Здравствуйте. Как ваши дела? Да ничего, нормально. Значит, как? Да ничего, хорошо. Вы с инспектору, так сказать, нравоучением займитесь. Пускай он проштудирует 664 регламент. Хорошо, инспектор? Хорошо. По основанию для остановки 106 пункт именно. Ссылается на 13.8, по-моему, да, я не знаю. Есть там такое, да. Есть, да. Так что пускай внимательно проштудирует 106 пункт, 664 регламент. Хорошо, инспектор? Хорошо. Все. У меня вопрос у вас какие есть? К вам? Да. К вам нету. Все. Есть вопросы еще? Все. В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия, все. До свидания. Надеюсь, с вами увидимся еще. Поштудируйте. До свидания. Все, до свидания, инспектор.